Всем привет, я Оксана, давненько не было видео на моем канале. Сегодня я буду рисовать, и рисовать я буду поняшек, который находится в этом скетчбуке, который самодельный. Вот, от него части осталось, у меня еще есть их много. Ну, так он выглядит, тут маки, и тут написано более рисования. Вот так все выглядит дело. Не в этом суть. Сами поняши я уже нарисовала. Вот они все. И сейчас я их буду раскрашивать. Для начала вам покажу еще свои наклеечки, которые купили мне. Тут лимончики, разные животные. На это я зацикливаться долго не буду. И будем рисовать. Рисовать я буду акварелью. Вот кисточки, вот акварель, стаканчик. И я приступлю первой поняше, и я уже знаю, как я раскрасить буду, и сейчас покажу, как я ее раскрашу. Вот, я раскрасила поняшу, так она выглядит. И она мне очень нравится. Сейчас я раскрашу вот эту поняшу и покажу, как я ее раскрасила. Вот, я раскрасила пони, вот так она выглядит. Мне пока нет черной гелевой ручки, ну или линии, но мне, наверное, скоро купят, я не знаю. И сейчас я буду рассказывать вот это пони. И третье пони готово. Осталось четвертое и пятое пони. Начну с четвертой. И еще одна пони готова. И последняя пони осталась, которую я сейчас раскрашу. И последняя лошадка готова. Всем пока-пока!